Сегодня у нас 6 сентября 2019 года. Вот брат Сергей Пупков подъезжает тут в деревню Потеряевку к моему дому. Вот он каменный, белый. Подъезжает. Наконец-то, слава Богу, молились за него, чтобы мог доехать. Потому что дождь прошел такой хорошенький. Ну вот, слава Богу, добрались. Идем. Вы. Не застряли нигде? Ну, застревали, но вывозили. Там попал ремень. Что делаешь? Убрал. Кое-как проехали, а. Ну, брат, ну что сделаешь? Господи. Погоду, ты видишь, не мы определяем погоду. Ну, вообще, кто бы мог подумать, да? Так, вылезли, сейчас я туда загорю. Что, Ваня у вас на хозяйстве остался? Ваня, температура поднялась, он простыл. Отходи. Что, заходите в дом-то? Просит, заходите. Да ладно, крапива, что? Я уже на себе испробовал. Да, она. Кто бы ее пугался, только не ты, Нестор. Ну да. Хозяин вперед. Сейчас все, разгрузимся. Давай, Нестор, ты-то оставайся. Тут мужская сила нужна будет. Рюкзачки оставь. Рюкзачки. Все равно же в лагере. Ждали, молились, но, слава Богу, проехали. Да. Хотя в поле ночевать было бы все же не было. Да. Ночью не удалось пойти, там бы с лошадкой в поле ночевала. Не буксовал нигде? Буксовал. Буксовал, да? А где? Далеко? А, где я была? Так далеко. Ты хотела начать. О, это у тебя на входе дорога. А так где эти? Тополя там растут, да? О, ничего себе. Да, набилось хорошо у тебя. Ой, это цепан. Не дал что-то. Ну, что тут такое? У меня тормози. Может, что-то поострее найти тебе? Да, нашел. Пробуй. Это? Двумя руками-то что-то отнять. Это Потеряевка всегда встречает гостей таким образом. Какой горячий прием. Да. Откуда бы они ни ехали, хоть с Урала, хоть откуда, такой прием всегда. Привет, все равно. Через испытания. Все, проходите. Там в комнату заходите. А это вообще? А Нестор как будет? Нестор там с Сергеем Павловичем будет. Эти постельные у вас с собой? Наволочки просто. И, если нету, то в, это, в тумбочках там есть постельные. С собой. Попробую еще подыскать. Ау. Я положила тебе. Хорошо. Так, мне надо этот. Спасибо. Как он? Фонарик? Дать надо. Кастрюли вернулись. Долго ехали. Ну, долговато, да. 21:20. Нестор, у тебя свет включается? Где? Здесь? На телефоне или где? На, это. Я за фонариком хотел сходить. Вот тут, тут много. Подержи камеру. Я за фонариком держу сейчас. Хорошо. Крепко держи. Халку убери пока. Смотри, что там. Все, мы на месте. Ну,
Иисусе Христу звали. Ну вот так вот. Угу. Иди, помогай что-нибудь. Так, где палка, которую я нашел? Вот это, да, ага. Нет, другая какая-то. Вот тут я зацепилась много. Сама. Вот. Взял. Ага. Во внутреннюю часть набила, здорово. А ты она-то по полю когда ехала, да? Ну, она по дороге не ехала. Я пришлось в поле. Где по дороге, где по полю. Ну ладно, слава богу, доехали. Не давай, Нестор, бери хлеб. Умножай. Ведерки, все это замирай. Аккуратно, ничего не сломай. Камера выключили. Ну ладно, слава богу за все. Лунная ночь.